Сегодня более 100 миллионов человек участвуют в волонтерском движении по всему миру. Что побуждает людей оторваться от повседневных забот и помогать нуждающимся, расскажем прямо сейчас. Я думаю, многим известно, что в 2017 году на форуме «Добровольцы России» президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высказал инициативу о том, что объявить 2018 год годом добровольца и волонтера. Конечно же, волонтеры встретили это предложение с огромной радостью, потому что мы надеемся, что в этом году изменится отношение вообще в принципе к волонтерам, что будет более повышенное внимание, и что те люди, которые, допустим, далеко находятся от каких-то больших мероприятий, от московских, да, они смогут как-то по-другому участвовать, может быть, в каких-то благотворительных программах, и, в принципе, повысится престиж деятельности волонтера. Во всем мире волонтерскую деятельность считают неотъемлемой частью жизни любого гражданина. Если у тебя есть силы и возможность, ты помогаешь обществу. Волонтерами становятся люди разных возрастов и национальностей, разного рода занятий и увлечений. Но все они яркие, талантливые личности с неутомимой энергией, которых объединяет желание сделать наш мир лучше. В нашем городе, в городе Сарове, если кто не знал, вообще в принципе зарегистрировано 14 волонтерских объединений. Про них можно почитать и посмотреть, как они в принципе называются, на сайте Департамента молодежи и спорта. Вообще, в принципе, появилась цель изначально связать все эти волонтерские объединения между собой. Во-первых, наверное, для того, чтобы поделиться опытом, так как все-таки, наверное, направленность у всех разная, и хотелось бы узнать у медиков про какое-то медицинское, да, волонтерство и так далее. Независимо от того, какое направление выбрали для себя волонтеры, их работа почетна и важна для общества. Они занимаются организацией мероприятий в детских домах и для людей с ограниченными возможностями, оказывают помощь пожилым и одиноким людям, участвуют в социальных и экологических акциях. Для этого, чтобы все это связать, чтобы все как бы информировать, в принципе, горожан и не только горожан, но там области, страну, мы создали в социальной сети ВКонтакте, в которой практически каждый человек есть, группу, которая называется «Городской центр волонтерства города Сарова». В нем мы будем освещать самую актуальную информацию про то вообще, что в принципе у нас происходит в стране, в области и так далее. Также хотим рассказать про волонтерские объединения, чем они занимаются, как к ним попасть. В перспективе у нас составление базы волонтерских объединений для того, чтобы каждый горожанин мог выбрать понравившееся направление и вступить в него. Чем бы вы ни увлекались, в волонтерском движении всегда найдется место, где вы сможете реализовать свои способности. И даже если вы еще не решили, чем заниматься в жизни, эта деятельность обязательно поможет вам найти себя и свой путь.